Резкое изменение умов надворья выкликало погоршение дорожной ситуации. Так у Гомеля на Полесском мосте у вечера сутыкнулись 8 машин. А на Советской насупрать городской дошки гонору занесла троллейбус, и он снес древо с невеликой огороджей и разгорнулся от удару на 90 градусов. Под Светлогорском учора молоковоз перекулился у кювет. По попередней информации, у этих авариях никто не потерпел. Але, на жаль, статистику пополнили и иншие дорожные трагедии. На Рычицкой трассе у районе Прибора водитель легкового авто загинул после сутыкнения с маршруткой. А кроме того, потерпели 3 пассажиры. У Петриковском районе на автодорозе Капаткевич и Колки перекулился Фиат. За неправильно обранной хуткости водитель не справился с кированием, съехал у левый по ходе руху кювет. Автомобиль перекулился на даху мелиорационный канал. У вынику здарения водитель с травмами доставлены в больницу. Держаутоинспекция у сувязи с погоршением умов на дворе звертается до удельников дорожного руху. Водителя упросить выбирать хуткость с уликом конкретной ситуации на дорозе, заховывать беспечную дистанцию и боковый интервал руху, отмовиться от необдуманных маневров и обгонов. Усё гэта может привести до страты контролю над автомобилем. Пешеходов так само просить проявлять разважливость, особливо при переходе проездной частки.